Доброе утро, уважаемые коллеги. Давайте мы с вами проверим связь. Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если у вас появилось видео, звук, презентация. Если все хорошо. Вижу плюсы, прекрасно. Я надеюсь, что коллеги еще к нам подтянутся. Да, нас пока что только 36 человек. Но я надеюсь, что тема все-таки актуальна, и коллеги захотят ее тоже послушать. Вижу, коллеги, что вы пишете, что слышно, видно. Значит, видно, когда начинать. Итак, мы с вами поговорим о внеурочной деятельности. Мы, по сути, с вами сначала посмотрим на то, что в нее входит, да, сколько часов выделяется, что с программой, да, внеурочной деятельности обычно происходит. И посмотрим, из чего она может состоять, какая это может быть внеурочная деятельность, да, то есть по каким, допустим, сферам деятельности, и как ее можно организовать, что для этого использовать. Плюс, конечно же, немножечко дам бесплатных онлайн-ресурсов, да, чтобы вы тоже могли из них что-то потом использовать для работы. Конечно же, начать хотелось бы с того, что посмотреть, чем отличается внеурочная деятельность от неклассной деятельности. Здесь как раз на слайде это и отображено. Действительно, у нас внеклассная деятельность и внеурочная зависит от того, когда они проводятся. Да, то есть внеклассная деятельность у нас деятельность, которая проводится на таких, да, общественных началах. То есть это то, что мы можем вводить класс, допустим, на какой-нибудь спектакль. Это все, что мы делаем, различные сценарии конкурсов, песенных каких-нибудь концертов, все, что проводится у нас вне урока, да, то есть не затрагивает иногда даже тематику самого урока, да, то есть не классная деятельность, это больше даже деятельность классного руководителя со своим классом, да, за пределами урока. Но когда мы уже говорим про внеурочную деятельность, мы понимаем, да, что это деятельность, которая выходит за рамки урока, но при этом эта деятельность все равно с уроком так или иначе будет связана, да, то есть обязательно должна продолжать неурочная деятельность, то, что наши учащиеся освоили на уроке, да, в классе. Соответственно, да, вот такая вот она разница между внеклассной деятельностью и внеурочной деятельностью. Если посмотреть с точки зрения определения, да, то мы с вами увидим, что внеклассная деятельность – это организация педагогом различных видов деятельности школьников во внеурочное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. Да, то есть мы его таким образом социализируем. Соответственно, мы проводим различные мероприятия внеклассные. Как я уже сказала, да, это то, что организует преподаватель с учащимися с целью воспитательного воздействия на наших учащихся. Внеурочная деятельность все-таки это образовательная деятельность. То есть если во внеклассной деятельности мы их больше воспитываем, то во внеурочной деятельности мы все-таки их больше обучаем. Осуществляется она в формах, отличных от классно-урочной, естественно, да, то есть это не то же самое, что у нас учащиеся сидят на уроке, да, с теми же самыми учебниками, нет, нет, ни в коем случае, да. Эта деятельность у нас направлена так же, как и основная наша деятельность, на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, да, и, что самое главное, она немножечко все-таки расширяет то, что мы проходим на самих уроках, на предмете. Как правило, да, к чему мы привыкли? Мы привыкли к самым таким стандартным, обычным формам организации внеклассной деятельности. Да? То есть то, что больше направлено на воспитание наших школьников. Это КВНы, это конкурсы, различные конференции, викторины, дискуссии, праздники, экскурсии, да? И так далее. То есть все, что мы, в принципе, всегда организовываем как внеклассное мероприятие, когда нас об этом просят. Да? То есть когда у нас в плане, например, стоит, что мы что-то должны провести. Но да, возникает вопрос, а могут ли проводиться в таких же формах внеурочные, да, занятия, внеурочная деятельность? Конечно же, мы дальше чуть позже на это посмотрим. Она тоже может иметь похожие формы, но содержание у нее уже будет, конечно же, другое. А где можно найти, например, материалы для внеклассной деятельности? Да, различные сценарии занятий, сценарии мероприятий. Это можно сделать, например, абсолютно бесплатно в журнале «Английский язык в школе». Архив его доступен для скачивания, он бесплатный. Вы его можете найти на сайте журнала English at School через, например, сайт издательства www.title.ru.
и уже, да, кликните там журнал «Английский язык в школе», бесплатный, соответственно, архив вы его увидите. Например, статья здесь была, да, разработка «Внеклассная деятельность учащихся как средство мотивации в обучении английскому языку в условиях лингвистической гимназии», да, и была инсценировка сказки «Snow White and the Seven Dwarfs» на английском языке. То есть можно было и теоретическое почитать, да, обоснование про внеклассную деятельность с точки зрения того, что она повышает мотивацию, и даже, да, сценарий инсценировки сказки. Есть здесь, например, и сценарий литературного вечера, посвященного творчеству Шекспира. Такой вот, да, спортивный праздник для 4 класса. Добро пожаловать в королевство спорта. Да, тоже можно это все абсолютно спокойно взять и использовать на своих занятиях, да, то, что уже коллеги составили и сделали. Когда мы говорим про внеурочную деятельность, то мы тоже можем найти, да, по внеурочной деятельности некие материалы бесплатно в журнале, например, «Английский язык в школе». Здесь мы видим, есть статья по использованию интернета на подготовительном этапе во внеурочной деятельности, да, при художественном переводе. Есть инсценировка сказки, например, да, на английском языке. Зачем же все это проводить? Зачем нужна нам внеклассная деятельность? Зачем нужна внеурочная деятельность? Они ставят перед собой цель, очень четкую и определенную, это обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся. И, конечно же, решают такие задачи, как формирование познавательного интереса к предмету, связывание школьного предмета с жизнью, расширение содержания изучаемого предмета, развитие способностей наших учащихся, осуществление индивидуального подхода, совершенствование умений и навыков использования источников информации, в том числе для работы с ИКТ, это тоже будет, да, здесь у нас отображаться. По внеурочной деятельности, да, мы с вами понимаем, что внеурочная деятельность – это, да, организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт конструктивного, обучаемого творческого поведения в культуре. И занятия внеурочной деятельностью, конечно же, играют значительную роль в достижении результата, который наш учащийся должен достигнуть к окончанию, например, начальной школы, к окончанию основной школы и так далее. То есть к начальной школе мы должны воспитать такого человека, как любознательного. Да, школьник у нас должен быть любознательный, интересующийся, активно познающий мир, любящий родной край, свою страну, да, принимающий ценности семьи и общества. То есть это вот все, что должен, здесь перечислено на слайде, все, что должен наш ученик уметь. Далее. Выполняющий правила, соблюдающий правила здорового образа жизни, соблюдающий правила поведения в обществе, да, это все наш ученик, идеальный ученик по окончанию начальной школы. По организации внеурочной деятельности в начальной школе на нее выделяется до 1350 часов, в основной школе до 1750 часов и в 10-11 классах до 700 часов. При этом нужно помнить, что максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не зависит от продолжительности учебной недели и не должен превышать 10 часов в неделю. То есть не больше 10 внеурочных занятий может быть в неделю у наших учащихся. Что касается того, что будет на внеурочной деятельности, то есть какой предмет. Да, здесь вы видите, что ограничено только общее количество часов с 1 по 4 класс и количество часов в неделю. Но не сказано, какие именно предметы должны быть. Да, сказано, какие должны достигаться, соответственно, области развития наших учащихся. Вот если в той или иной области, например, в познавательном развитии, уже идет, допустим, математика, да, то не факт, что в познавательное развитие дадут часы еще и на иностранный язык. Да? То есть главное, чтобы на каждое направление был свой какой-то предмет на внеурочной деятельности. Но чтобы его дали еще и на иностранный язык, это уже нужно, конечно, как-то разговаривать и с родителями, и с администрацией школы, да, чтобы все-таки и иностранный язык тоже имел право появляться, да, хотя бы раз в неделю среди этих 10 часов на внеурочной деятельности. Почему? Потому что все-таки, да, план внеурочной деятельности разрабатывает и утверждает образовательное учреждение самостоятельно. Время, которое отводится на внеурочную деятельность, используется по желанию детей и родителей на основе добровольного выбора и осуществляется в формах, которые отличаются от нашего обычного классного урочной формы, да, от обычного урока. Поэтому это могут быть и различные экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВН, да, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
научные исследования. Да, то есть это все, что можно организовать для того, чтобы продолжить ту тему, которую мы изучаем, в принципе, на самом уроке, да, на предмете. Видите, что здесь что-то выделено синим цветом, что-то выделено фиолетовым цветом. Подписано внизу цветовая организация, что почему. Да, синий, конечно же, все, что синий написано, проще организовать с точки зрения именно вот организации, организационно. Круглый стол просто собирать, да? Проводить КВН тяжело, потому что нужен сценарий, этот сценарий нужно писать, эти шутки и сценки все нужно тоже, да, продумывать, чтобы они относились к определенной, соответственно, теме, они просто так как-то были, да, непонятно, почему здесь проводится та или иная сценка или та или иная шутка задействована. То есть это сложнее. Проводить кружок проще, проводить экскурсию сложнее, да, поэтому они здесь под разными цветами у меня выделены. А основные пять направлений развития личности – это как раз те направления личности, по которым и должны быть организованы внеурочные занятия вот в рамках этих 10 часов в неделю. То есть за 10 часов в неделю должно быть как минимум какое-то одно спортивно-оздоровительное, да, предмет с уклоном спортивно-оздоровительным, один духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным и общекультурным. То есть если, как я уже сказала, да, на общеинтеллектуальное, например, развитие, куда как раз относится очень хорошо иностранный язык, уже есть несколько других предметов, и больше часов, ну, никак не остается, потому что еще нужно, чтобы было социальное развитие, общекультурное, духовно-нравственное, спортивное, оздоровительное, то, значит, да, в вашей школе не получится, допустим, да, у вас в тех или иных классах найти часы на внеурочную деятельность. Но все-таки, да, нужно стараться, чтобы эти часы находились. А для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности. Это может быть, да, и игровая деятельность, и познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристо-краеведческая деятельность, то есть от даже краеведческого музея, да, то есть от экскурсии, допустим, по школьному музею, это тоже будет организацией внеурочного такого вот занятия. Что касается программы. Программа должна начинаться с глубокого изучения интересов, запросов детей и родителей. То есть, если родители не понимают, зачем их ребенок должен посещать еще какие-то дополнительные уроки после всех уроков, то ничего мы с этим не поделаем уже, да, пока не познакомим родителей с программой, с тем, почему будут преподаваться материалы учащимся, да, что это будет, в какой форме все это будет организовано, если класс, допустим, весь такой вот творческий, то, возможно, у вас будет такой драма-клуб, и вы на нем будете ставить постановки каких-нибудь пьес. Да? А если родители понимают, зачем им это нужно, и они видят заранее, да, когда вы рассказываете о том, что вот у вас будет неурочная деятельность по иностранному языку, по английскому, что на ней вы будете ставить отрывки из пьес или, да, из каких-то просто произведений, экранизировать, да, в виде, act-out делать это, да? Что вы будете проводить такие отчетные концерты, допустим, раз в четверть, по итогам, да, внеурочной деятельности, что у ребят получилось, что они смогут на все на это посмотреть, что для ребят это будет полезно тем-то, тем-то и тем-то, да, у них будет, допустим, расширяться словарный запас, они будут больше говорить. Это не связано напрямую с учебником, то есть это все дополнительно, да, плюс это все входит как бы в обязательную программу обучения, да, у учащихся, то есть они должны все равно посещать внеурочные занятия, они обязательны для посещения. Но нужно помнить, что если, да, вдруг в школе нет, допустим, ресурсов, ну, скажем, нет как раз актового зала, где можно это все организовать, да, а вот часы вам выделяют на такой вот драма-клуб по английскому языку, то вы можете использовать возможности учреждений дополнительного образования детей. То есть заключается договор с учреждением дом образования, да, допустим, с Дворцом культуры, где есть этот актовый зал или какой-нибудь репетиционный зал, да, где вы можете с ребятами после уроков, соответственно, рядом, да, это обязательно должно быть что-то рядом расположенное, собираться и проводить эти внеурочные занятия. Самое главное, да, это все-таки проиллюстрировать, показать в своей программе, чем ваши внеурочные занятия будут отличаться от ваших уроков. Мы при этом все равно должны как можно больше показывать интеграцию урочной и внеурочной деятельности. То есть, с одной стороны, у нас внеурочная деятельность должна расширять тот материал, который мы даем на уроках, а с другой стороны, внеурочная деятельность не должна абсолютно все повторять с того, что мы делаем на уроках. Да? То есть они должны и отличаться тоже. Да? Интегрировать мы должны это все и еще делать это отлично.
да, это, конечно же, сложно. А есть, конечно же, да, определенные требования к программам неурочной деятельности. На самом деле они, да, не такие сложные. Мы фиксируем в программе, каких результатов добьется наш учащийся с точки зрения личностных результатов, метапредметных, предметных результатов. Да, мы это делаем и в обычной программе, так что это несложно. Мы пишем, что мы обязательно интегрируем учебную и неучебную, да, внеурочную деятельность. И фиксируем, что да, у нас есть кадр, да, то есть педагог, что у нас есть помещение, например, если это нужно, да, требуется, допустим, актовый зал, что у нас есть обеспечение, допустим, есть на чем включать аудио, да, или просматривать видео, проектор, доска, допустим, если это необходимо вам для внеурочного занятия. Вы это прописываете в условиях. И вы пишете, что в программе, да, должно быть строго продумано соответствие форм содержания ожидаемым результатам, что вы выбрали именно, допустим, проводить это как кружок театра, да, drama club, потому что это будет способствовать тому-то и тому-то. Да, вы добьетесь каких-то определенных результатов с точки зрения госпредметных, личностных и медпредметных. Каких же результатов могут добиться наши учащиеся на внеурочной деятельности? Все результаты делят на три уровня. Первый уровень, да, это самый такой простенький, получается, уровень. Наш учащийся приобретает социальные знания, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. То есть он просто понимает, да, как, допустим, все организовано. Да, здесь особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем, да, как значимым для него носителем положительного знания и повседневного опыта. То есть если учитель несет в себе все хорошее, то ученик будет с него перенимать только все хорошее. Если мы рассказываем нашим учащимся о вежливости, о правилах поведения, допустим, в обществе, в стране изучаемого языка, и при этом мы сами тоже придерживаемся всех правил, да, то есть мы никогда не будем грубить, мы никогда не будем повышать голос, мы, да, никого нигде никогда в жизни там, да, не тронем, ничего с ним не делаем. Да, то есть если мы такие вот все хорошие, так же, как и мы рассказываем, какие должны быть правила, которых нужно соблюдать, то есть если мы их сами тоже соблюдаем, то, соответственно, наш учащийся просто будет все перенимать у нас. И он уже даже во время этих занятий наших неурочных сможет добиться вот этого первого уровня результата, да, самого простого. То есть он будет такой социализированный. Второй уровень результатов немножечко уже, да, посложнее. Это все-таки получение школьникам опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. То есть это тот случай, например, когда наши учащиеся готовят какие-то проекты в рамках школы, то есть в рамках тех людей, которых окружают, которых они знают, которых они не так сильно боятся. Да? Вы, конечно, вспомните себя в школе, наверное, тоже, да, боялись какого-нибудь завуча или директора, или учителя старшей школы, когда особенно учились в начальной школе. Но это было как-то, да, по-детски и необоснованно, да, то есть, и все равно это отличается от того, что вы этого человека видите каждый день. Вы можете его бояться, но вы его видите каждый день, да, у вас к нему какое-то одно отношение. И человека извне. Да, допустим, если надо пойти выступить куда-то в другую школу или в другое учреждение, где ты никого не знаешь, если это какая-нибудь научная конференция, а ты такой девятиклассник, который первый раз в жизни приготовил крупный проект, и тебя попросили выступить с ним на конференции или на декаде наук городской, допустим, да, то это абсолютно другие ощущения. Вот если наш учащийся в рамках школы, в рамках тех людей, которые к нему положительно относятся, да, то есть в дружественной среде научился работать, научился выступать, научился что-то показывать, говорить, да, то есть он не боится всего этого, значит, он достиг второго уровня результатов. А если он может работать, да, и представлять свои результаты извне, да, то есть вне среды школы, вне дружелюбной среды, да, то есть никто не говорит, что люди к нему будут там настроены за стенами школы сразу же плохо, но, как правило, да, ты всегда в первую очередь ожидаешь чего-то худшего. То есть наш учащийся уже будет не бояться всего этого, он будет активным таким гражданином, он сможет быть готовым к совершению каких-то хороших поступков за стенами школы, да, то есть за пределами, в открытой образовательной среде, как здесь у нас сказано на слайде. Это уже самый высший уровень результата. То есть неурочная деятельность, она всего этого позволяет добиваться. Именно за счет того, что она отличная от класса урочной. Мы не только их опекаем, да, как курицы на сетке, особенно как учителя начальной школы, да, это делают. 4 года, да, они с этими детишками возятся. Нет, здесь в неурочная деятельность
Вы все-таки педагог всегда будете, да, приходящий, потому что вы ведете иностранный язык, даже в начальной школе вы всегда будете, да, приходить на урок, быть тем другим учителем, который еще занимается и с ребятами, допустим, в других классах, да, в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м и даже со старшеклассниками. Поэтому вы всегда для детей, даже для начальной школы, это, да, какой-то такой высокий эталон. Вот это им нужно, особенно на внеурочной деятельности. Соответственно, мы всех этих уровней достигаем различными способами и с применением различных форм работы. То есть первый уровень, так как он самый простой, он будет и достигаться с помощью простых форм организации внеурочной деятельности. Это могут быть просто олимпиады, познавательные беседы, предметный факультатив, да, то есть несложные формы организации. Второй уровень – это, конечно же, уже формы посложнее, например, как раз Drama Club. Потому что когда вы в такой Drama Club, да, вы выступаете потом, допустим, с тем, что показываете, какую вы пьесу поставили в конце четверти, допустим, придут родители, да, и ученик будет выступать не только перед своими родителями, но еще и перед чужими родителями, а еще, может быть, там параллельный класс позовут, да, чтобы они тоже могли посмотреть, как вот, чему они научились в этом Drama Club. Это, конечно же, да, это переживание, стресс, если учащийся уже смог себя в этом во всем поставить, да, то он достиг второго уровня результата. Поэтому это будут театры, интеллектуальные клубы, то есть все, где связано еще с извне немножечко людьми, за пределами класса, но в рамках школы. Третий уровень – это уже самые сложные формы внеурочной деятельности. Различные исследовательские проекты, когда с ними нужно выходить, как я уже сказала, куда-то за рамки школы. Конференции, да, среди учащихся, интеллектуальные марафоны, когда в школьном музее нужно провести экскурсию не для школьников, которые учатся в этой школе, а для кого-то, да, опять же, приходящего извне. Это вот все формы для третьего уровня. Основные условия организации внеурочной деятельности – это количество часов учебного плана, которые нужно соблюдать. То, что форма должна быть отличная от классно-урочной. При этом должна быть обязательная интеграция с урочной деятельностью, то есть нельзя на уроке и весь год, допустим, рассказывать о Великобритании, а на внеурочной деятельности проходить что-нибудь связанное с США. Да, у ребят будет полная мешанина в голове. Допустим, вы рассказываете им где-нибудь в 6-м, 7-м, 8-м классе о политической системе Великобритании на уроке, а на внеурочной деятельности у вас в этот момент политическая система США. Они абсолютно разные, и ребята у вас будут совсем с этим путаться. Да? То есть мы их не запутываем лишний раз, мы им даем что-то дополнительное. И, конечно же, внеурочная деятельность обязательно должна иметь выход на личностные, предметные и метапредметные результаты. Например, можно организовать с учащимися Music Club. Такой Music Club может быть с 2 по 11 класс. Если ребята совсем, да, еще маленькие, то эта книга слева поможет. Songs and Poems to Junior School. Да, стихи на английском языке и песни на английском языке для начальной школы. Если ребята у нас уже постарше с 5 по 11 класс, то поможет книга Songs and Poems for School. Да, я думаю, что с этими книгами вы знакомы. Книгам бесплатное аудиоприложение. На аудио вы найдете и сами записи песен, и начитанные диктором, и плюс есть, конечно же, караоке, под которое можно потом эту песню спеть. А все песни, конечно же, разбираются. Да, то есть мы отдельно разбираем сложные слова. Мы выполняем задания, которые связаны с текстом песни, прежде чем даже еще песню слушать и читать. Затем мы слушаем саму песню, да, мы ее учимся петь, поем, да, сверяем свои ответы, да, с тем, что ребята выполняли задания до песни. И, конечно же, еще делаем даже задания, связанные, например, здесь конкретно этой песни с грамматикой, потому что у нас тут злая колдунья терпеть не может смешные песни, а песня действительно замечательная, про London Zoo, и колдунья украла у глагола все окончания. Задача учащихся – это вместо точек расставить правильное окончание, где это необходимо, и прочитать все заново, да, то есть все предложения. А можно проводить reading club. Да, если у нас такой клуб чтецов, он может быть, например, с 5 по 11 класс, это было бы, да, очень актуально. А использовать для этого можно тоже уже готовые пособия. Естественно, вы выбираете какое-то одно пособие, и по нему будете работать. Например, для 5-6 классов пособие про приключения ежика Боба и его друзей. А в 7-8 классах у нас кольцо друидов есть. Прекрасные stories about the history of Britain. А в 9 классе мы предлагаем Robin McQuiz's Diary, где рассказывается об истории США.
И в 10-11 классе ребята могут читать stories from famous American and British writers. То есть, да, вот такое разнообразие литературы, вы такой reading club можете проводить со всеми учащимися, которые у вас есть, начиная с 5 по 11 класс. Только у каждого будет какое-то свое пособие. У вас даже для программы, да, вам будет удобно это все описывать, потому что смысл, да, самого reading club у вас, цели и задачи будут у него, в принципе, одинаковые. Разница будет в наполнении, то, что вы туда закладываете. Да, здесь в одном месте вы будете про друзей больше, да, про семью, про друзей проходить в 5-6 классе. А, допустим, в 9 классе это все-таки, да, посложнее тема, связанная с США. В 10-11 классе вы художественную литературу будете читать. То есть все всегда разное. Вот в 9 классе, например, можно найти текст про историю американского флага. Вы видите, что, да, к предыдущему тексту довольно крупный такой, да, хороший word list. То есть удобно читать тексты, и все самые сложные слова, они уже выписаны внизу с переводом, чтобы меньше ребята отвлекались именно от сути текста. Они могли его все-таки нормально прочитать, выполнить к нему задание. Здесь, например, нужно прочитать и сказать, что эти высказывания, они true, false, да, или нету информации такой в тексте, или they're not stated. То есть вот они, такие вот задания, тексты. В 10-11 классе они, например, читают «Трое в лодке, не считая собаки». Не пугайтесь, не целиком, конечно же, оно все дается, разбито на части. Да, и после каждой небольшой части здесь это... Хотя это все равно выдержка, да, из книги, но вот эта выдержка тоже разбита на несколько частей. Есть сноски, да, по которым можно ориентироваться, есть вопросы к каждой части, которые они прочитали. То есть это все интересно. Можно проводить с ребятами такие travel club. Travel club у нас может быть, допустим, организован для учащихся со 2 по 11 класс. Соответственно, в каждом классе будут какие-то свои определенные материалы для работы. Я здесь разбила все эти материалы на 3 основных, да, раздела, то есть на начальную школу, основную школу и старшую школу. Для начальной школы что можно использовать? Можно использовать книги Songs for Junior School, Songs and Poems for Junior School. Можно использовать пособие Read Up для 2, 3, 4 класса. Можно использовать пособие «Метапредметный портфель» для 2, 3, 4 класса. И можно, конечно же, использовать все те бесплатные интернет-ресурсы, которые вы, я уверена, уже используете. Да, что-то вы очень даже уже хорошо полюбили, да, из-за ресурсов и часто используете. Что-то, может быть, вы новое каждый год находите для того, чтобы с ребятами работать. То есть то, что вы можете дополнить сами. В основном звене это книги Read Up для 5, 8 и 9 класса. Можно использовать Songs and Poems for School, можно использовать «Кольцо друидов», да, книгу, которую я вам сейчас показывала, или Robin McQuiz's Diary. Можно использовать книгу «Страницы британской истории», да, она для 7-11 класса, то есть, да, часть ее можно здесь брать. Можно использовать метапредметный портфель для 5 класса, если у вас в 5 классе, например, организуется внеурочная деятельность, и тоже бесплатные интернет-ресурсы. И в 10-11 классе это могут быть редапы для 10 и 11 класса, Songs and Poems for School, да, Stories from Famous British and American Writers, также страницы британской истории, пособия по Москве, да, о Москве, о Санкт-Петербурге, о Урале, и пособия Deep Out the Roots. Ну, конечно же, бесплатные интернет-ресурсы, которые вы можете подобрать. Что можно найти для нашего Travel Club, например, в учебнике happyenglish.ru для 4, 5, 6 класса. На самом деле очень много различного лингвостроновического материала мы там найдем, то есть по реалиям языка. В 4 классе, например, о чем мы можем найти? О романах Роулинг, о Гарри Поттере. Мы там читаем о достопримечательностях Лондона, о Рождестве, в принципе, о странах мира, о праздновании дня рождения стран. Там у нас есть ролевая игра «Чаепитие в 5 часов». В 5 классе мы проходим, да, тему «Мировые достопримечательности», «Жизнь современной Англии», «Дом», «Квартира», «Правила поведения пассажиров в аэропорту», «Современная Великобритания», про Лондон читаем, про Эдинбург, про, конечно же, Несси, да, если про Шотландию, то куда для лохнесского чудовища, про Истер, да, чем она отличается, да, от нашей Пасхи, про погоду. Does it rain in England in December? Да, про крупные города Англии. Бирмингем, Ливерпуль, Йорк. Про Вестминстерское аббатство. О Марии Стюарт. О Камне Судьбы. То есть мы здесь проходим, да, все, что связано с Великобританией, а именно с Англией и с Шотландией, да, в основном.
В шестом классе у нас есть о Шекспире, о Вестминстерском аббатстве, про необычные экскурсии английских школьников, про Черинг-Кросс, про правила поведения в английской семье, да, как гость себя должен вести, как сделать международный звонок, очень полезная, да, информация, поведение пассажиров в аэропорту в пятом классе, в шестом классе у нас про международный, как сделать международный звонок, да, все эти темы с собой, конечно же, связаны. Исторические корни современных английских праздников. Bonfire Night. Да, о том, как подарки кладутся в stockings, о том, как празднуется, в принципе, Рождество в Англии, про особенности быта, жизни англичан, про тоннель под Ла-Маншем, да, о лимериках, баллада о Стоунхендже у нас там есть. То есть вы видите, что количество, конечно же, астрономического материала каждый раз увеличивается, да, но так или иначе он везде присутствует. Это только примеры для 4, 5 и 6 класса, да, я вот вам выбрала. То есть вы представьте, сколько материала, в принципе, да, всего в курсе содержится. Ну, допустим, во втором классе, да, они проходят, узнают о bagpipes, они узнают о килтах, да, о том, что они все различных цветов бывают, то, что по цвету килта можно узнать, с какого рода происходит шотландец. Про традицию пить чай в 5 часов, откуда взялась эта традиция, здесь все в качестве комикса очень интересно изображено. О таких вот, да, реалиях, о основных достопримечательностях Лондона, такие как Биг Бен, Парламент, Тауэр, колонна Нельсона. Все это, да, у нас во втором классе в happyenglish.ru есть. О флаге, из чего он состоит, да, почему он такой весь красивый. На самом деле там 4 флага, объединенных в один. Вот, пожалуйста, да, как раз та тема об том, как вести себя в аэропорте. В пятом классе, да, для того, чтобы не заблудиться, как найти зал вылета, как найти зал прилета, да, где у нас information desk, да, и как это все выглядит, то есть, чтобы ребята могли с этим справиться. А страницы британской истории, да, я сказала, можно тоже использовать для учащихся 7-го, начиная класса, по 11-й класс. А мы знакомимся с историческими фактами и погружаемся в ту или иную историческую эпоху, читая простой, интересный рассказ, который посвящен описываемым событиям. О чем мы здесь можем найти? От королевы Боудисии до Елизаветы I весь материал здесь изложен, да, в 9 главах. Конечно же, даются не только тексты, да, дается текст, и к нему обязательно даются упражнения. Да, то есть что-то даже можно разыграть по ролям, там где тексты с, да, пьесы оформлены, да, с репликами. То есть это все действительно интересно. И про викингов они здесь могут почитать, и про Генриха VIII, да, и про леди Годзиллу, то есть все это здесь есть. А, тоже, да, материал очень интересный, астрономически изложен в «Кольце друидов». Да, тоже здесь есть и word-list, и вопросы после текстов, и различные задания. Да, где нужно, например, высказать аргументы за и против, да, решить кроссворд, закончить предложение, соотнести части предложения, да, с цифрой, с буквами, то есть поработать по карте, ответить на вопросы. Да, здесь это все есть в задании к вот такому вот небольшому, по сути, прочитанному тексту. В Songs and Poems for Junior School, да, кажется, вроде бы, там же песни, да, что мы там страновического найдем для своего Travel Club, а мы там тоже можем найти информацию. Допустим, если у нас тема про транспорт в Великобритании, то у нас там есть стихотворение On the Bus. Если у нас про лондонский зоопарк нужно что-то, да, ребятам объяснить, то у нас там есть песня In London Zoo. Про школьную одежду в Англии можем найти тексты. Про реалии страны изучаемого языка Do you live in London? Да, у нас там есть. Погода в Англии, seasons, month of the year, да? Погода в Англии и России сравнивается. О праздновании Рождества в Англии и сравнение Рождество в Англии и в России. Это тоже все здесь есть. И посмотрите, как удобно работать с книгой, когда в ней есть такая карта книги, в которой можно легко сориентироваться по колоночкам, да, которые там есть. Название песни, тема, проблема, ситуация, которая обыгрывается в этой песне или в этом стихотворении, лексика, которая там затрагивается, грамматика и последняя колонка, как раз, которая нам и нужна, мы на нее ориентировались в первую очередь, да, социокультурная информация, то есть что нам нужно для нашего внеурочного занятия. В 5-11 классах, да, здесь в книге Songs and Poems for School мы тоже можем найти такую колонку, да, здесь тоже указывается, о чем это, да, стихи английских поэтов в переводе на русский язык, или о в истории США путешествии пилигримов, да, вот такая Pilgrim's Song здесь есть, мы с вами ее на вебинаре слушали не так давно,
о Стоунхендже, об английской школе. Можно послушать The Maple Leaf Forever, так, «Кленовый лист навеки», гимн Канады, и он здесь дается с переводом. Тоже это ребятам должно быть очень-очень интересно, и звучит интересно, и перевод интересно почитать. В метапредметных портфелях тоже кажется, ну вот что в метапредметных портфелях может быть для гастрономического? Он же метапредметный. Он же только для того, чтобы метапредметных умений, да, развивать метапредметные умения учащихся. Нет. Это же делается все обязательно на каком-нибудь материале, в том числе и на лингвостроведческом материале, потому что во втором классе у нас есть про Лондон, есть о Биг Бене, да, о башне Елизаветы, Elizabeth Tower, есть про телефонные будки, двухэтажные автобусы, про кэбы, о праздновании Рождества, про флаг Великобритании, fish and chips, национальная валюта, почтовые марки, как писать адрес на письме. Это все есть вот только во втором классе, как минимум. В третьем классе у нас о школах Великобритании, о школьных уроках и кружках, меню для ланча составляем, у нас даже само понятие ланч, да, не используется, то есть мы вводим это понятие, показываем, что это такое, предлагаем составить свое меню ланча. Да, про лондонский зоопарк, про Рождество. В четвертом классе у нас добавляются почтовые марки, которые можно изучить и сравнить, российскую почтовую марку и британскую. Погода в Великобритании, о Брайтоне, про Елизавету II, там такое большое геологическое древо, в том числе чуть в пятом классе есть. Но есть про нее текст, про ее дома, про дома королевы Елизаветы II, то, что она живет и в Букингемском дворце, иногда она уезжает жить в Виндзорский дворец, да, о каникулах у британских школьников, про квиддич, соответственно, про Гарри Поттера, это всегда ребятам очень сильно нравится. В пятом классе у нас тоже есть и про Гарри Поттера, и про вокзал Кингс Кросс, да, где тележка стоит, которая около магазина, да, посвященного Гарри Поттеру, с которой можно сфотографироваться, про образование в Великобритании, о Лондоне, о основных достопримечательностях, да, то есть там задание, например, где нужно эти достопримечательности разнести на то, что будет называться парк, где здесь дворец, а где, по-моему, монумент. А музей Мадам Тюссо, у королевской семьи целое большое генеалогическое древо, которое мы скоро будем вносить правки, когда будут изменения, да, в королевской семье Великобритании. У принцессы Дианы, у принца Уильяма, у принца Чарльза. Да, то есть там это все дается, все задания, они, да, это предметные, но они даются на этом вот лингвостроведческом материале. То есть здесь у нас, например, да, наш ребенок, прекрасная девочка Элизабет, рассказывает, что она из Великобритании, что ей 8 лет, что она живет в Лондоне и держит картинку. И на картинке как раз изображено то, что девочка видит из окна. И она просит нашего учащегося тоже нарисовать, а что он видит из окна. И у нее здесь изображен и кэп, и такие типичные английские домики, да, обязательно с небольшой территорией такой, передом, да, мини-садиком. Да, что там двухэтажный автобус проезжает, что есть будка телефонная, да, красная, хоть их сейчас почти все и заменили, они такие больше экспонат сейчас, да, эти красные будочки в Лондоне, но так или иначе, да, все равно это символ Великобритании. А когда они у нас работают с темой Рождество слева, например, разгадывают головоломку и читают рождественское стихотворение, которое у них получается. Когда они справа, наоборот, да, на девятой страничке, их задача – это обвести изображение, которое связано с Россией зеленым фломастером, а связано с Великобританией желтым фломастером. Да, вот мы здесь и про fish and chips можем проговорить, и про double decker, и про валюту, да, чем отличается наши 50 рублей от 50 фунтов, например. Про марки я как раз говорила, да, вот на марке слева, то есть на той, что нам прислал наш друг по переписке мальчик Джим, марка с Кембриджами, да, с принц и принцесса, да, кембриджские, они Dutch and Duchess, да, набрала я. И у нас, наоборот, марка с Олимпиадой в Сочи, да, то есть тоже можно с ребятами все это посмотреть, внимательно сравнить, спросить. Соответственно, спросите их, что они нарисуют в своем письме в ответ на письмо Джима, потому что Джим нарисовал Биг Бен, как такую, наверное, самую основную замечательность Лондона, с которой ассоциируется Лондон, и флаг, да, Великобритании. Наши ребята тоже обычно рисуют Кремль и рисуют флаг. Да, но, может быть, у вас ребята более креативные, что-то еще придумают, что нарисовать. Вот тот текст, где рассказывается о домах королевы Елизаветы II.
да, и про Buckingham Palace, и про Windsor Castle, и здесь рассказывается, сколько комнат, и мы, ребята, там всем всегда сражаем, да, что в Букингемском дворце 600 комнат, да, из которых 52 спальни, 78 ванных комнат, да, 92 офиса таких, и там есть свой кинотеатр, swimming pool, бассейн, да, то есть вот это все здесь есть. A post office, a police station, и что там работает 400 человек. Вот так, да, то есть ребят, конечно же, это все, эта социокультурная информация всегда поражает, но при этом они на самом деле выполняют задания, связанные с развитием метапредметных умений, то есть они должны с помощью маркеров поработать с вопросами, разобрать вопросы, раскрасить каждый номер, номеров вопроса определенным цветом, и потом этим же цветом найти и выделить по тексту ответ на вопрос, на каждый, соответственно, здесь их 5. По Кенсингтонскому дворцу они у нас квест выполняют. На самом деле, да, задача здесь – это правильно поработать с инструкцией. Но мы при этом изучаем и узнаем, что за скульптуру подарил один скульптор детям Лондона в мае 1912 года. А узнаем ее название, можем попросить ребят найти в этой же книге фотографию с этой скульптурой, а она там есть в 5 классе в метапредметном портфеле. Они решают такие, да, задания, пазл различные, ходят они по комнатам, все эти комнаты имеют названия определенные, все эти названия перечислены тоже, да, на таком листе слева. То есть это все здесь есть, они могут очень многого узнать. И плюс они видят изображение самого Кенсингтонского дворца, и этот, то, где они ходят, да, это вид части Кенсингтонского дворца, вид сверху. То есть тоже это все астрономический материал. Можно использовать различные бесплатные интернет-ресурсы для такого нашего Travel Club. Например, смотреть онлайн веб-камеры из Chester Zoo, да, посмотреть на жирафов, на фламинго, на пингвинов, на летучих мышей. Можно посмотреть на Cornwall, как это действительно выглядит. Да, не просто показать ребятам, да, или прочитать какой-то текст о Великобритании, как там все зелено, допустим, да, а именно включить им эту онлайн-веб-камеру, которая снимает Cornwall, и там действительно все очень зеленая, красивая, сочная такая травка, и плюс еще даже, да, там море. А можно показать им Сити, да, с Blackfriars Bridge, а можно поиграть с ними в различные онлайн-игры, и History Games, и Famous People, Dressing Up Game, очень интересная, мне понравилась игра, не вижу, какая ссылка, на BBC. Посмотрите здесь в ссылках, когда презентацию выложат. Здесь нужно в этой игре одежду, которая возникает каждый раз, да, новое что-то появляется, какой-то элемент одежды, одевать на двух, соответственно, по-моему, девушек, или там можно было выбрать девушки и мужчины, не помню. И одну нужно было одевать как в эпоху Тюдоров, а другую как в викторианскую эпоху. Чтобы не перепутать, соответственно, одежду, да, нужно было думать, кто в какое время в чем ходил, что одевали. Да, очень интересная игра. Просто почитать интересные факты, например, о королеве, о Тюдорах. А если у вас что-то связано с историей США, да, то по Branches of Government можно посмотреть, почитать, да, с ребятами. На Kids USA Gov, да, на, можно почитать, в принципе, да, educational articles for teachers, students and schools about Native American history, тоже эта ссылка здесь у меня есть, да, на darkstories.com, то есть абсолютно различные источники. Вы такие же онлайн-веб-камеры, я уверена, можете найти еще в большем количестве в нужных вам местах, да. По самому Лондону они, кстати, тоже очень много где расставлены, помимо той камеры, которую я в Сити, да, написала, первая ссылка. Вы можете, в принципе, поискать, да, онлайн-камеры Лондона и посмотреть онлайн и на Пикадилли, и на Оксфорд-стрит. Все эти веб-камеры тоже есть. Они, правда, когда-то бывают выключены, когда-то не ловят, да, но так или иначе они существуют. И метапредметные портфели ребята вот используют уже не первый год, и учителя с ребятами используют их на внеурочной деятельности, то есть у них минимум раз в неделю проходят занятия английским языком, как раз один час из тех 10, что, да, выделяют всего на неурочку. И они в этот один час берут какое-нибудь определенное одно задание из метапредметного портфеля. Когда-то они его выполняют полностью все за этот час, когда-то они не успевают его полностью сделать. Учитель заранее рассчитывает, что ребята будут его делать не один урок, а, допустим, два урока. Да? Это все можно сделать по
материалам, которые методически даны в конце книги, в конце каждой книги, там сказано, на сколько часов можно разбить этот раздел. Что еще можно с ребятами организовать? Можно сделать на внеурочные деятельности и выпускать газету. Например, The Voice of School. В 5-11 классах ребята вполне с этим хорошо справятся. Плюс, если они у вас начали это делать в 5 классе, то они вас могут просто дорасти с этой газетой до 11 класса, а газета будет только год от года улучшаться. В первом разделе тогда в вашей внеурочной деятельности вы будете, у вас будут такие содержания занятий, как вы просмотрите виды газет, о том, как работает редколлегия газеты. Вы будете выбирать названия, разрабатывать рубрики в вашей газете, продумывать заголовки. Вы расскажете им, как пишутся заголовки для газеты, да, что не всегда нужно в заголовках соблюдать полностью, да, все правила построения предложения. Это тоже для ребят будет, наверное, очень интересным открытием. Про сокращение в том числе, да, расскажете. А про то, как продумать верстку, да, что, как она у вас будет расположена, где у вас будут картинки, где у вас будет текст. В принципе, про все оформление, да, цветная ли она у вас будет, черно-белая ли она у вас будет. Вы выберете название, да, не обязательно будет называться The Voice of School, может, это у вас просто будет называться так, внеурочное занятие, а сама газета будет иметь какое-нибудь другое название. Можно конкурс провести общешкольный, ребята сами же его могут и организовать, и провести, и, соответственно, да, решить, что там на нем будет. А затем второй раздел нашей внеурочной деятельности – это сама уже проба пера. То есть все организационные вопросы у нас уже решены. Да, газета есть, рубрики продуманы, верстка продумана. Нам нужно продумать содержание занятий, в которых будет как брать интервью, как вести репортаж, как сделать соцопрос. И в итоге, да, итогом второго раздела будет выпуск пробного информационного дайджеста. То есть это будет не сама такая уже прям газета, а что-то такое пока маленькое. Пробный, да, исключительно материал. Третий раздел – сам выпуск газеты. Это и создание редсовета, и распределение обязанностей внутри, между ребятами. Это выпуск и презентация первого номера газеты, его можно, допустим, приурочить ко дню учителя, да, our school and our teachers, и, соответственно, дедлайн у него будет тогда 5 октября, то есть нужно, чтобы к 5 октября она уже вышла. Может быть, выпуск номера, например, по итогам жизни школы в первом полугодии. Может быть, номер, посвященный Дню города, My City, или к 8 марта, International Women Day. Это может быть что-нибудь, посвященное Дню Победы, да, вот сейчас, например, это Victory Day. Четвертый раздел, раздел подведения итогов в конце учебного года, соответственно, у вас идет самоанализ деятельности класса по выпуску общешкольной газеты на всех этапах. То есть вы будете рассматривать, допустим, несколько занятий, что получалось сразу, что получалось не сразу, что было тяжело, что в дайджесте, например, еще плохо получилось, когда его выпускали, пробный информационный дайджест по итогам второго раздела, да, работы внеурочной деятельности, а что уже получилось очень хорошо, когда выпускали первый пробный такой уже настоящий номер газеты к Дню учителя, например. Далее. Оставлю, коллеги, вам здесь еще идеи для внеурочной и внеклассной деятельности. Да, здесь различные ресурсы, да, такие resources for collaborative project work. Что-то здесь идет просто ссылка, и уже по ссылке посмотрите, что там разные ресурсы собраны. Где-то это проекты, онлайн-проекты, где-то проекты по переписке, по exchange projects, да, на epals.com. Я думаю, что вы прям про них знаете, можете посмотреть. Может быть, что-то сейчас есть как раз еще онлайн как проект, да, на iearn.org тоже проводятся различные проекты. Вы можете в рамках внеурочной деятельности просто участвовать в каком-то интернациональном международном проекте, да, и в рамках этого проекта вот работать на своей внеурочной деятельности. Соответственно, да, общая документальная такая база нашей внеурочной деятельности – это соответствие ГОСТам, потому что мы должны достигать на внеурочной деятельности предпредметных, предметных и личностных результатов. Соответственно, мы ориентируемся на годы начальной школы, основной школы, старшей школы. Это примерные программы, потому что у нас внеурочная деятельность только расширяет содержание того, что мы прошли на уроке. Плюс это можно использовать еще стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Я на нее ссылку оставляю. И программу развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. Тоже можно на нее тоже опираться и брать оттуда умные слова для программы.
Соответственно, внеурочная деятельность по английскому языку, конечно же, оказывает положительное психологическое воздействие на взаимоотношения учителя и учащихся. Это безусловно, я думаю, что с этим спорить не придется. Что она создает атмосферу сотрудничества и творчества. То, на что у нас, как правило, не хватает времени на уроке в рамках 45 минут урока с учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, которое нам нужно послушать, что-нибудь интерактивное нужно порешать, большинство успеть опросить. Да? Здесь у нас больше сотрудничества, больше творчества. Способствует внеурочной деятельности достижению общих целей, которые мы перед собой ставим, и создает ситуацию успеха, в которой каждый обучающийся может попробовать себя в различных социальных ролях, научиться работать в команде, что они очень часто не успевают научиться делать на уроках, и становиться участником диалога культур. То есть мы как можно больше социолингвистического материала можем давать как раз на наших внеурочных занятиях. Все-таки да. Вопрос, который у нас ставился в названии вебинара. Что же такое внеурочная деятельность? Это формальность или это все-таки шаг в будущее? Если посмотреть с трех различных точек зрения, мы сегодня затрагивали и точку зрения педагога, и точку зрения обучающихся, и про родителей тоже говорили о том, как они относятся к внеурочной деятельности. Везде мы можем написать, что это только 50 на 50. Да, то есть половина педагогов все равно скажут, что внеурочная деятельность – это просто формальность. Еще половина скажет, что нет, это шаг в будущее. То есть энтузиастам и профессионалам своего дела внеурочная деятельность – это шаг в будущее. Тем, кто говорит, что это исключительно формальность, я считаю, что это те, у кого стакан воды всегда наполовину пуст, да, а не наполовину полон. Поэтому стоит всегда во всем искать, наоборот, только положительное. Внеурочная деятельность оплачивается, да, не путайте ее с оказанием платных образовательных услуг, которые в школах сейчас очень сильно заставляют, да, ее организовывать и практикуют, это абсолютно разные вещи. Внеурочная деятельность, она стоит в расписании, она вам оплачивается, вы ее себе в виточке зарплатно всегда увидите, она отдельной строкой прописывается. Я работала не один год в школе и знаю, как это оформляется. Для обучающихся все-таки формальность или шаг в будущее? Кому-то понравится внеурочная деятельность из ребят, кому-то она может не понравиться. Когда вы ориентируетесь на класс, чтобы выбрать форму организации, вы выбираете то, что любит большинство. Но, как правило, всегда найдется в классе какой-нибудь учащийся, который не любит творчество, не любит общаться. И чтобы найти для него занятие на вашем неурочном занятии, все равно придется очень сильно постараться. Да, можно, конечно, допустим, если он не любит общаться, не любит говорить, то при выполнении проекта, например, его основная задача будет не столько на презентации проекта, да, себя хорошо проявлять, а он будет больше готовить материалов, подбирать материалы, что-то может как раз-таки оформлять, помогать, что-нибудь ЦКТ помочь вам может, допустим, при верстке газеты, может быть, это будет тот самый учащийся, который будет ее лучше всех верстать, который подскажет, как, через какую программу это лучше все можно сделать. Да, может быть, он там умеет как-то что-то красиво сделать и нарисовать, да? В какой-нибудь программе или знает, где взять бесплатные картинки, да? То есть это будут те учащиеся, вот кого вы сможете все равно приобщить к тому, что это неформальность, это все-таки шаг в будущее. А будут те учащиеся, все равно не останутся, кому ничего не интересно. Всегда есть такие учащиеся, у которых мотивация настолько низкая, что у них вообще нет никакого желания не посещать никакой предмет в школе. Они не потому, что именно вас не любят и ваш предмет не любят, а в принципе потому, что они не очень любят школу. Да, им бы лучше где-нибудь побегать на улице. Поэтому я все равно здесь написала, что это 50 на 50. Да? Это и формальность, и для кого-то из учащихся это будет все-таки шагом в будущее. Будем стремиться к тому, чтобы шаг в будущее это было для большего количества учащихся, да, чем на данный момент это является. Ну и последняя категория, да, людей, которые обязательно имеют отношение к неурочной деятельности и к детям, которых мы учим, это, конечно же, их родители. И здесь тоже у нас проценты будут 50 на 50, потому что осознающим родителям, что такое внеурочная деятельность, зачем она нужна и чем она поможет его ребенку или его детям, да, это все-таки для таких родителей это шаг в будущее. А для тех родителей, которые всегда всем недовольны, которые никогда, да, лишний раз не задумываются ни о чем, да, для ребенка, что можно, вот, если же он будет ходить у меня на эту внеурочную деятельность, значит, я могу, допустим, не водить его на какой-нибудь дополнительный кружок на другой конец города, да,
он будет здесь с учителем заниматься, все входит в школьное обучение, да, мне не нужно за это дополнительно платить, это вот внеурочная деятельность такая прекрасная, да. Что они там будут на ней делать, кому-то из родителей бывает без разницы, как организована внеурочная деятельность, главное, чтобы был английский. Кому-то, конечно же, очень это важно, да. Кто-то любит, когда ребенок блистает на сцене, кто-то любит, когда ребенок стоит, да, за стойкой и выступает с докладом. Все это тоже нужно обязательно учитывать. У каждого стараться найти свой подход. То есть для таких родителей, которые все-таки в чем-то заинтересованы, да, в том, чтобы дети развивались, внеурочная деятельность будет шагом в будущее. Оставляю вам, коллеги, ссылки на наш сайт, на englishteachers.ru. Оставляю ссылку на форум, да, где вы можете пообщаться с коллегами, обсудить какие-нибудь нужные вам темы. ОГЭ, ЕГЭ, наверное, сейчас, да, самые животрепещущие темы. На наш интернет-магазин, на который сегодня давали ссылки в чате, да, в том числе, если вы какие-то книжки еще у вас, каких-то книжек еще нет, тех, что я сегодня показывала, вы можете полистать там странички, посмотреть. И мы есть в соцсетях, мы есть ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. И всегда нас можно найти по хэштегам издательства «Титул» и «Титул Паблишерс» в одно слово. А во ВКонтакте у нас сейчас проходит конкурс репостов, кстати, по книге «Олимпиады для начальной школы», книга Артёма Петровича Гулова. Да, книга-новинка, вышла неделю назад. Вот мы ее разыгрываем. 3 человека смогут ее получить абсолютно бесплатно. Тем, кому повезет, через рандомайзер приложение будем разыгрывать, кажется, 24 апреля, если я это не путаю. И пока, прежде чем я вам дам код для генерации сертификата, коллеги, код для генерации сертификата будет. Я вам объявляю, что у нас сегодня на вебинаре скидка. Скидка действует при заказе через электронную почту. Да, обратите внимание, на что 10% скидка в этот раз объявляется. На сутки, да, она действует сутки, до завтрашнего дня, до полуночи. Можно ее использовать на покупку большого ассортимента пособий. Не на какое-то одно пособие у нас она действует, а на все пособия серии «Метапредметный портфель», на любой редап, который вам, возможно, нужен, книги для чтения Кларсакла Кауфман, которые я сегодня вам показывала, да, «Bob the Hedgehog and His Friends», «Stories from Famous American and British Writers», да, то есть все это можно тоже найти там. «Songs and Poems» тоже и для Junior School, и просто для 5-11 классов, да, для старших тоже здесь участвуют в этой акции. На пособие «Развивающие задания, стихи и песни» Радислава Петровича Милюда тоже действует сегодня эта скидка. И на странице «Британской истории» и на «Deep Arts Roots». Да, то есть весь перечень пособий у вас здесь сейчас на слайде. Что я вам советую, коллеги, сделать? Промокод очень простой, да, 1904RUP, да? Вы его себе перепишите, либо сразу запомните, какие вам нужны из этого пособия, либо самое простое – это сделайте скриншот. Почему предупреждаю об этом сейчас? Потому что, когда я закончу, коллеги, вебинар, у вас останется только написанный код для сертификата. Вот промокода вот этого у вас уже здесь не будет, и слайд вам вы не увидите. Да, так что, если кому-то нужна эта скидка, да, 10%, и что-то нужное из пособий, которые перечислены на слайде, да, еще раз, метапредметный портфель, редап, книги для чтения Кларесс Акман и Леонидны Кауфман, Songs and Poems for Junior School, Songs and Poems for School, развивающие задания, стихи и песни для начальной школы Радислава Петровича Милюда, и книги «Страницы британской истории» и Deep Are the Roots. Если вам что-то из этих книг, да, серии книг нужно, то с 10% скидкой можно заказать их по электронной почте. Вы просто пишете электронное письмо на shop@titul.ru. В теме письма указывайте промокод, чтобы наш, да, отдел продаж понял, что вы хотите со скидкой приобрести эти книжки. Пишите свой полный почтовый адрес, какие книжки вам нужны, да, количество их, и вам выставят счет, потом вы уже все поймете, как все оплатить. Главное, что уже у вас будет скидка. Действует она сутки. То есть сделать заказ нужно в течение суток, да, а уже оплатите вы их, соответственно, как сможете, да, попозже потом. Пожалуйста, коллеги. И, конечно же, да, код для генерации сертификата. Код для генерации сертификата. Сейчас, коллеги, мы вам выложим в чат. Пожалуйста. Рада, что идеи были очень какие-нибудь нужные и полезные.
Да, коллеги, код для сертификата в чате, ссылка, по которой можно получить сертификат, тоже в чате. С промокодом, надеюсь, что кому нужен, все уже себе сделали скриншот с экрана. Да, здесь нет в вебинарной площадке возможности сохранять отдельные слайды, но вам ничто не мешает нажать кнопочку print screen на клавиатуре, да, и быстренько себе потом куда-нибудь в Word-овский файл сохранить этот. Все, что здесь написано на этом слайде. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.